сегодня у нас с вами речь пойдет о борьбе со снегом. А точнее сказать, о такой известной дилемме в жизни каждого охотника. Это ходовая охота по целинному снегу. И для новичков в этом деле, я имею в виду новичков, хождению по целинному снегу, к которым, кстати, и я отношусь, потому что у меня нет абсолютно никакого опыта вхождения на охотничьих лыжах, вопрос встает, в принципе, ребром. Собственно, сам вопрос, друзья, а что же выбрать, снегоступы или лыжи? Если это снегоступы, то какие они должны быть? Вот я и запланировал такой обзор. Я вам расскажу детально, как я вот морально пришел именно к снегоступам, а не лыжам. Почему я выбрал именно их. То есть будет такая вот небольшая теория. Ну а дальше непосредственно сам обзор вот этих вот замечательных снегоступов, которые я выбрал для себя. И считаю, что они наиболее подходят для нашей вот русской снежной зимы такой. И для нашего русского мужика-охотника. Ну что ж, поехали. Прежде всего, друзья, я, конечно, искал для себя возможность такого относительно комфортного хождения по целинному снегу для охоты на зайца русака на полях, где-то на сельхозполях заснеженных, для зайца-беляка, для охоты на зайца-беляка в лесных массивах. Ну, также вот у меня в голове всегда крутилась идея попробовать поохотиться на тетеревов на лунках. Это тоже такая ходовая очень охота, она требующая физических затрат. Ну, еще, допустим, где-то, если вы на загонах, там, на кабане, на лосе зимой, и снега много, где-то техника пройти не может, там обычно охотников скидывают с борта и пехом топаем. Вот там, чтобы с этими лыжами не возиться, куда-то до номера дойти, тоже снегоступы нацепил и пошел себе. То есть для чего нам нужны, пока вот не важно, лыжи или снегоступы, мы с вами определились. Ну, потому что ходить на пехом на своих двоих в сапогах по целинному снегу, вот как сейчас выпало тут сантиметров 80 снега на полях, но я сейчас в небольшом лесочке, а на поле мы с вами потом пойдем, я вам покажу, там сантиметров 80, но это просто нереально. Поэтому, как бы, собственно, для чего нам нужны эти лыжи или снегоступы, я надеюсь, понятно. Идем далее. Теперь, друзья, я вам расскажу, какими именно критериями я руководствовался при выборе, что выбрать, лыжи или снегоступы. И здесь проще идти, как бы, путем преимуществ, там, плюсов и минусов снегоступов перед лыжами. Давайте разберемся детальнее. Но здесь из-за габаритов самих лыж возникает, так скажем, некоторые неудобства при перевозке их где-то в автомобиле, допустим. Нет, есть, конечно, и укороченные такие охотничьи лыжи, но толку от них, я считаю, мало, так как за счет сокращения их длины площадь соприкосновения со снегом становится меньше, соответственно, они будут довольно хорошо так прилично проваливаться. А снегоступы, они как бы компактные довольно-таки, в чехол их положил и куда-то в багажник, без проблем они входят, никаких проблем в этом нет. Положил и поехал себе спокойно до места охоты. Да, мобильность это важно, так как вот, допустим, я считаю, что на лыжах разворачиваться где-то в таком густом довольно-таки лесу, лесном массиве с чеплыжником, с подросом лесным, будет довольно проблематично из-за их габаритов. То есть нет, это возможно, конечно, но потребует каких-то навыков хождения на лыжах от охотника. Чего не скажешь о снегоступах. Они довольно компактные, то есть разворачиваться где-то в узком пространстве на них, естественно, легче. Я вам это позже покажу, уже в тесте непосредственно, когда мы с вами пойдем на них. Как правило, для преодоления каких-то препятствий в виде там холма, то есть залезть на горку, на какую-то, на холм, потребует от вас лыжи снимать. Ну, потому что, как бы, иначе вы просто на них откатитесь, скатитесь назад. Нет, есть, конечно, лыжи с камусом, которые, как бы, вот от этих откатов защищают, но там уже возникает, как бы, цена вопроса, да? Об этом мы с вами обязательно еще коснемся, это очень немаловажный фактор при выборе вот именно лыж или снегоступов. Но, то есть их приходится, лыжи в любом случае вам придется снять, потому что боком как бы подниматься, ну как вот на обычных лыжах, да, беговых,
Это очень тяжело на охотничьих. То есть обычно лыжи снимают. Также их придется, ну не придется, а их можно снять, если, допустим, вы где-то идете и видите буранку, укатанную от снегоходов. Ну, собственно, смысл идти на лыжах, если вы можете идти пешком. Трудозатрат меньше, естественно, физические силы сохраняются. Но для этого, как бы, лыжи придется тащить за собой. Разумеется, под мышками таскать, но это вообще какая-то жесть, я считаю. Обычно ребята их завязывают такими веревочками, то есть приспосабливают веревку, пропускают там через шею подмышки и тащат за собой. И вот с этой веревкой я вот видел, ребята тоже на охотах, они об нее запутывались, даже спотыкались, чуть ли не падали. То есть это тоже какая-то определенная сноровка нужна. То есть уже какие-то лишние телодвижения ты делаешь, когда их тащишь. Ну и опять же, когда, допустим, вскидка, особенно на зайца, это все очень быстро происходит, вы вскидываетесь. И если нет такой сноровки, можно запросто в этой веревке запутаться. Что, кстати, уже довольно-таки небезопасно при обращении с оружием. Поэтому, а вот в снегоступах как бы такого нет, ты... Даже если на буранке, ну даже если ты хочешь пройтись пешком, они очень легкие, ты их просто взял, их можно вообще под мышкой тащить или где-то за собой, за плечом, нет вопросов. Но также по буранке можно с ними и в них идти, как бы тоже проблем нет, снимать их вообще не обязательно. Это очень важный, я считаю, параметр, друзья, так как... От веса зависит расход ваших физических сил. Чем меньше на вас всего надето там веса какого-то, тем вам будет комфортнее, в принципе, ходить. Вот я считаю, ну да, есть, конечно, лыжи такие клееные, осиновые лыжи, они легкие довольно-таки, но это лыжи, которые со временем рассыхаются, отслаиваются, они ненадежные абсолютно. Я же говорю про хорошие лыжи из массива, такие цельные. Но они и будут весить, соответственно, прилично. Чего не скажешь о очень легких снегоступах с легкой алюминиевой рамой. Вот это один из, я считаю, важнейших таких критериев при выборе. Потому что все-таки, если мы подразумеваем охоту на зайчика и хождение где-то по полям или даже на того же Тетерева на лунках, ходить иногда приходится там десятки километров. И вот здесь вот при хождении на лыжах от вас потребуется не только какие-то хорошие физические, так скажем, данные, но и определенный опыт и сноровка. Потому что как бы на лыжах, на охотничьих лыжах надо уметь ходить. Вот так вот сходу взял и ходил там, и побежал, поскользил на них. Это, ребята, у вас не получится, я вам сразу скажу. То есть здесь потребуется учиться. И я, например, считаю лично, что затраты физических сил, расход энергии на прихождение на лыжах в определенных условиях будет больше, чем при хождении на снегоступах. То есть снегоступы, они в принципе как вот в обычных сапогах. Вы идете и ходил, и пошел себе. Примерно то же самое шарканье. Ты идешь, я вам все это покажу. Вот, ну нет, есть, конечно, какие-то и свои нюансы с ними, об этом поговорим чуть позже подробнее, но мне кажется, что все-таки на снегоступах ходить начинающим, вот как я, ходокам, да, по такому снегу будет удобнее. Кстати, вот еще хотел что добавить, я вот просматривая, изучая материалы вот на тему этих снегоступов, лыж, нашел такую особенность, что в Штатах, в северной части Штатов и вот в Канаде, в частности, охотники вообще на лыжах не ходят. То есть, я не знаю, может, они вообще не знают, что есть охотничьи лыжи, но все в основном они ходят в снегоступах именно. Но они там разные, конечно, у них есть брендовые и так далее, но на лыжах там не ходят. С чем это связано, не знаю. Мне вообще кажется, что охотничьи лыжи – это такая чисто русская традиция, это такая вот дань как бы культуре, это целый пласт культуры. Вот, поэтому я... Упаси бог, нисколько не принижаю какие-то там, может быть, особенности и достоинства русских охотничьих лыж, промысловок. Промысловики, они всегда как бы пользуются лыжами. И переубедить я никого вообще не пытаюсь, не подумайте, ни в коем случае. Нравятся вам лыжи там, занимаетесь ли вы промысловой охотой, нет вопросов. Я лишь просто хочу рассказать такую альтернативу, которую я лично для себя выбрал, а уж вам решать, как бы пользоваться, не пользоваться. Да, друзья, это все, что касается преимуществ снегоступов перед лыжами.
Но есть и свои минусы, о которых вот не рассказать вам, я считаю, будет не совсем честно. Давайте рассмотрим и эти минусы. Это эффект проваливания, так скажем, углубления в снег. Вот я считаю, что, ну, это физика. За счет длины как бы самих лыж, мне кажется, они будут все-таки меньше углубляться в снег, чем снегоступы. У снегоступов как бы площадь меньше, да, ну, длина. Поэтому как бы нагрузка распределяется немножко по-другому, и снегоступы будут заглубляться чуть больше. Насколько это критично, мы с вами выясним, когда пойдем на снегоступах в поле. Ну а теперь, друзья, немаловажный фактор – это цена вопроса, в которую как бы все и упирается. Вот я взял снегоступы, это, так скажем, бюджетный вариант. Они сейчас на рынке, их цена примерно колеблется от 5,5 до 6,5 тысяч рублей. Конечно, какие-то простенькие лыжи из осины вы возьмете, естественно, дешевле. Даже уже такие неплохие в районе трешника найти можно, возьмете. Но и тут как бы такая вот, знаете, палка о двух концах. Лыжи из осины, они клеены, то есть слои между собой склеены. И я считаю, что проживут такие лыжи недолго. При такой хорошей эксплуатации они будут рассыхаться со временем, отслаиваться, их придется потом выкинуть. То есть надо брать что-то такое из массива, лыжи такие цельные, и желательно с камусом, потому что я вам про вот это откатывание, отскальзывание, там, когда ноги у вас разъезжаются без камуса, вам будет очень тяжело. Поэтому надо брать хорошие лыжи. И вот здесь вот я натолкнулся, вы знаете, на такие лыжи мастера Поскрякова. Может быть, вы о нем слышали. Вы знаете, это очень качественные лыжи из, с камусом из канадской нерпы. Я когда... Но вот сейчас вот, если вы не сидите, то присядьте. Потому что когда я увидел на них цену, у меня как бы волосы дыбом стали. 15 тысяч рублей цена на лыжи. 15 тысяч рублей, ребят. Это, я считаю, это запредельная вообще цена. Вот учитывая, что я не промысловик, да и большинство из вас, я думаю, тоже простые ребята, любители, охотники, которые там выбираются. У нас не всегда такие снега. Вот, сейчас февраль навалило, хорошо, прям русская зима настоящая. Но вот всю вот эту вот большую часть зимы как бы у нас можно было ходить вообще в средней полосе, вообще просто в обуви. Ну да, сантиметров на 15 ты заглублялся. Собственно, вот даже вот эти снегоступы, я считаю, что за весь сезон ты их оденешь там раз в 6, может быть, от силы. Так вот, цена как бы в 15 тысяч, при том, что ты не промысловик, я считаю, это запредельно. Но да, это качество. Поэтому вот здесь, я считаю, такая есть и обратная сторона медали. Клеенные, осиновые, ну да, взял там, может быть, на пару сезонов, как бы хватит. Я ничего не хочу сказать, потому что я не знаю, насколько вот этих хватит. Мы сейчас детально по ним пройдемся еще. Их все, так скажем, прямо косточки промоем, я вам все покажу. Но здесь как бы вопрос по цене неоднозначный. Ну вот, я считаю, что, пожалуй, такую вводную часть, как я пришел именно к снегоступам и почему я их выбрал, я вам объяснил. Извините, если немножко, может, затянуто, но это в моем духе, я уже привык вам все разжевывать. Я надеюсь, чтобы просто вопросов не было, однако, если будут, обязательно в комментариях задавайте. Буду стараться вам отвечать на вопросы. Ну а теперь предлагаю перейти непосредственно к обзору самих снегоступов, которые я выбрал под свои задачи для охоты. Поехали! И теперь, наконец, мы с вами переходим непосредственно к обзору вот таких вот замечательных снегоступов, канадских снегоступов фирмы Canadian Kemper, модель Forester, которую я выбрал для ходовой охоты. Я вот сказал канадских, но на самом деле их делают в Китае. Но пусть вас это не пугает, так как это не тот Китай, это не ширпотреб, это все-таки брендовый Китай. Ну, связано, Канада держит завод просто в Китае, как и многие, в принципе, сейчас бренды. Связано это с транспортной логистикой, так как если бы эти снегоступы ехали бы к нам
собирались бы, изготовлялись в Канаде, они бы ехали к нам, то цена была бы тут, конечно, совсем другой и некрасивой. То есть их бы просто не покупали. Это удешевление, это вполне нормально. На качество, ребят, это абсолютно никак не влияет. Ну и для начала, друзья, давайте немножко таких сухих технических характеристик. Значит, ширина данных снегоступов составляет 30,5 сантиметров, а их длина 90,5 сантиметров. Значит, да, хочу вам отметить, что данная модель вот Forester выпускается в двух вариантах. Вот эти укороченные 90,5 сантиметров, и есть еще удлиненные 106,5 сантиметров, если память не изменяет, то есть уже больше метра. Я вам скажу так, что подбирать их нужно по своему весу. Вот эти снегоступы рассчитаны на нагрузку не более 110 килограмм. Ну, так в спецификации написано к ним. А снегоступы, которые, вот я вам сказал, длиннее 106,5 сантиметров, те уже от 110 килограмм. Вот мой вес составляет 86 килограмм. Ну, давайте добавим сюда одежду, снаряжение, там, рюкзак, ружье. И где-то прибавим килограмм 6 еще. То есть общий вес не будет составлять более сотни килограмм. А при этом как бы все-таки габариты, да, они как-то сказываются на вот этой мобильности. Поэтому лично в моем случае 90,5 сантиметров в длину вполне себе приемлемо. А вы же уже подбирайте именно под свой вес. То есть есть варианты, даже вот с этой моделью, молодцы, учли это. Теперь, друзья, давайте немножко расскажу вам о материалах, используемых в этих снегоступах, так как это тоже немаловажно. Значит, сама рама, вот эта вот, она выполнена из легкого прочного алюминия марки 600. Теперь, что касается материала вот этой деки. То есть вот это вот все, вот этот пластик, называется дека. Выполнен он из ПВД. Пластик высокого давления, то есть, ну, проще говоря, это такой легкий, прочный, экологичный пластик, очень экологичный пластик, который выдерживает высокие перепады температур, сильные перепады температур, прочен к прокалыванию, как барабан. В строительстве его используют даже в сейсмоопасных зонах. С обратной стороны снегоступов вот эти вот кошки, так называемые зацепы, выполнены уже из более такого утяжеленного прочного алюминия, не как вот сама рама. Ну, то есть они прям видно такие кондовые, очень надежные. И вот на чем бы я хотел отдельно заострить ваше внимание, друзья, это вот на этой вот шарнирной системе, то есть которая позволяет вам, вот именно шарнирная система, передвигаться на снегоступах, повторяя естественные движения вашей ноги, стопы. То есть, вот, смотрите, шарнир, да, как ходит ваша нога в этих снегоступах. Это позволит передвигаться на них по целинному снегу, как бы повторяя движение ноги. То есть, не нужно будет их вот так вот где-то задирать, чтобы переступать. Это очень удобная система. И вот еще что важно, друзья. Конечно, существуют китайские аналоги этих снегоступов, у которых вместо шарнирной системы, вот этой вот, вот здесь вот идут ремни, которые также зажаты клепками. Ну, такие, так скажем, прочные ремни. Во-первых, это не даст возможность полностью повторять движение стопы. Ну, а во-вторых, ремни, ребят, это не вариант вообще для нас, потому что нагрузки приличные. Мне кажется лично, что эти ремни, ну, посмотрите в интернете, они просто будут стираться. То есть где-то перетираться, и все это хозяйство потом у вас просто отвалится. И ничего уже как бы с ними сделать будет невозможно. Чего не скажешь о шарнире. Здесь все-таки что-то, даже если он где-то сломается, все-таки что-то заколхозить здесь, наверное, можно будет. Кстати, обратите внимание, шильдик с брендовым логотипом Canadian Camper. Пластиковые зажимы, которые саму деку крепят с помощью вот таких вот клепок.
Ну, не знаю, пластик, да, такой вот. Насколько его хватит, не знаю, ребят. Я не питаю особых иллюзий. Это все покажет, как бы, практика их использования. На мой взгляд, все-таки этот пластик, ну, как-то не знаю. Выглядит, конечно, немножечко ненадежно. Но время покажет. Пожалуй, о снегоступах, о материалах и параметрах я вам все рассказал. И сейчас предлагаю их опробовать в деле. Вот там за моей спиной поле со снегом 80 сантиметров на нем сейчас, на поле. Сейчас мы с вами вот пойдем и их опробуем. А заодно я их буду одевать, когда расскажу вам о системе креплений. Считаю, оно тут очень удачное. Сейчас мы с вами это все и посмотрим. Сейчас я вам для примера покажу, сколько снега на поле. Вот кажется мало, да? Сейчас я вам покажу, наступлю туда, а дальше мы с вами оденем снегоступы и пойдем в них. Вот так я наступлю. Опа, вот, все. Я уже практически по пояс. Все, я уже здесь завяз полностью. Буквально шаг и все. То есть ходить ногами по такому снегу — это жесть. О, все, вообще ушел. Чтобы выбраться отсюда, елки-моталки, не вариант. Пойдемте одевать снегоступы. Значит, рассказываю про систему крепления. Ногу ставим, все здесь правое, чтобы вот эти вот зажимы у вас были снаружи, левую соответственно. Значит, тут все очень просто, меньше минуты занимает. Сюда вот вставляем вот этот ремешок и здесь вот этой вот клипсой затягиваем. Слишком сильно не нужно затягивать, чтобы ничего не сломать. Второй также затянули. И вот здесь сзади есть такой ремешок, который фиксирует еще и сапог вот в этой части, в пятке. Да, кстати, тут вот еще есть вот такое вот хитрое крепление, которое я пока, честно говоря, оно вообще вон у меня снялось. Я пока, честно говоря, не очень понимаю, для чего оно. Вероятнее всего, вот если мы его вот так вот одеваем с вами, вот здесь вот, оно опоясывает сапог, голень, и блокирует вот этот шарнир, о котором я вам говорил. То есть все, нога стационарна. Вероятнее всего, вот это, вот эти ремни, зажим, сделан для подъемов куда-то в горку, может быть, даже боком, чтобы зафиксировать шарнир и сам сапог, вашу ногу. Либо для отходов назад, потому что без шарнира, без вот этого вот зажима, вы назад как бы отходить не сможете, будете снег вот так упираться. Но я посмотрю, вообще еще похожу, посмотрю, нужно ли вот это вот крепление, вот эти вот зажимы. Может быть, их вообще сниму, пока пусть будут. Снимаются еще проще. Вот эта вот кнопочка здесь беленькая, вверх вот так подняли и все. И здесь отстегнули. То есть секунды вообще. Одел, снял. Прям даже для спецуры вообще идеально. Просто идеальный вариант. Раз. Здесь затянул. Вставил. Затянул. И здесь сзади застегнул. Вот этим крокодилом. Никаких вопросов. Ну что ж, друзья, снегоступы я одел. Пойдемте тестить в поле.
Ну вот, смотрите, в принципе, насколько заглубляется. Сейчас, конечно, снег такой, то есть солнышко вышло, вот вчера тоже. Он такой, конечно, уже немножко спрессовался. По пухляку будет заглубляться больше. Но вот я спокойным шагом иду. Ну сколько тут? Тут даже и 10 сантиметров нету. По такому снегу просто очень комфортно. Сейчас еще вам покажу. Вот смотрите. Недаром вот здесь вот, вот это отверстие, как бы, да, на снегоступах этих. Через него как раз лишки снега и выходят. Очень удобно, он никуда не забивается. Еще, друзья, в качестве небольшого совета. Когда идете, вот что я заметил, особенность хождения на снегоступах, не делайте вот такие широкие шаги. Нагрузка неравномерно распределяется, будете больше уходить, проваливаться. То есть идете, короткие такие шажки делаете. Ну, не совсем, конечно, чистите. Ну, спокойно, и не надо их задирать. Шарнир делает свою работу, просто идете и шаркаете по снегу без всяких проблем. Хожу я тут по этому полю, друзья, в снегоступах. Вообще просто эмоции аж захватывают. Такой позитив вообще, у меня прям одно удовольствие в них ходить. Не, ну на самом деле здорово. Это уж, конечно, небо и земля, чем в сапогах, как я в прошлом году, я помню. Полезли мы с Мишей за зайцем. Ага. Пока грунтовка была, там буранка, еще нормально. А на полях делать вообще нечего. Не, вообще супер. Отлично. Ну вот, друзья, мы с вами увидели эти снегоступы в деле, как говорится. Наверное, это, пожалуй, все, что я хотел бы пока вам о них рассказать. Дальше уже в процессе эксплуатации походов на охоту буду вам дальше про них рассказывать, про их жизнь, как они себя покажут на практике. И напоследок, друзья, как я вам и обещал, расскажу, с какими проблемами я столкнулся при выборе снегоступов у нас на рынке в России. На самом деле, когда я вплотную занялся вот поиском и подбором снегоступов для себя, я был настолько удивлен, что у нас, оказывается, на рынке в России выбор настолько ограничен, что буквально заключается в двух моделях каких-то. Даже не трех, а двух. Это вот эти вот Canadian Camper, то есть из, я говорю, из бюджетных сейчас. И еще Trump Active, насколько мне память не изменяет, но у последних, опять же, не шарнирная система, а ременная. Они у меня отпали сами собой. У Canadian Camper есть еще модели. Значит, Rider, там они такие красные, ну посмотрите в интернете. Они длиннее и уже. Они созданы скорее для каких-то горных походов, не для леса и для полей. Вот эти Forester, лес Forester. Как раз для этих целей. Собственно, цена вопроса в районе 6000 рублей. Нет, есть, конечно, там уже такие дальше идут брендовые снегоступы, которые цена начинается там от 15, есть за 20, есть за 30 тысяч рублей, но это запредельные цены. Их я даже вообще не рассматривал, я в них там не стал копаться. Вот из бюджетных только такой вариант.
Есть и дальше есть откровенный ширпотреб китайский, бренда No Name, так называемые, очень сомнительного качества. Да я вам больше скажу, не только в России проблема со снегоступами, а и даже в Китае на Алиэкспрессе их очень мало. То есть вариантов, как бы, да, шарнирной системой, хорошей, качественной декой, рамой и так далее, там просто нет. Есть какие-то еще российские аналоги, насколько я понял, кировские какие-то снегоступы, но это вот, это прямо такая, ребята, жесть. Это гондовейшие, здоровенные снегоступы, опять же, с системой ременной, не шарнирной. По надежности ничего о них сказать не могу. В общем, получается, выбрал, друзья, такую золотую середину. Не такие уж дорогие, не откровенный какой-то ширпотреб китайский. В принципе, свои задачи, как вы видели, они выполняют. Ходить, ну, ходить тяжело, конечно, это вы не ногами ходите, это тяжелее, естественно. То есть такого вот кайфа, когда вы идете по дороге, по асфальту пешком, конечно, не будет. Тут физическая нагрузка. Но вот лично для меня, для такого чайника с лыжами, наверное, это пока не вариант. Я как бы лыжи не стал брать, но надо будет, возьму. А пока как бы мне вот эти снегоступы, их будет достаточно. Кстати, друзья, не только же для охоты они. Я знаю, ребята вот увлекаются походами зимними, так называемыми, даже с ночевками ходят прямо в заснеженный лес, выживают, так скажем. Я думаю, что тоже такие снегоступы будут далеко не лишними. Тяжело ходить по целине, в том числе и в лесу. Вот эти снегоступы вам очень скрасят ваш поход. То есть физических затрат будет намного меньше. Мне же остается вам по традиции пожелать большущей удачи в жизни, на охоте, в походах. Ни пуха вам, ни пера, друзья. И пока, увидимся. Нет, ну хороши, хороши чертовки, ничего не скажешь.